цель открытия центра одна. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знакомилось с нашей культурой, которая заключается в том, чтобы прославлять Бога, через воспевание святых имен. Мы пытаемся таким образом связаться с Богом и восстановить мир во всем мире. Когда люди воспевают святые имена вместе, собираются вместе, они избавляются от зависти, от жадности, от гордости, от злобы. И таким образом в мире воцаряется благоденствие. И это возможно в Кали-Югу, в эту эпоху, в которую мы сейчас живем посредством воспевания святых имен. Хорошая атмосфера, люди очень открыты, люди очень восприимчивы. На самом деле, Кайгурух очень, ну, такой город, мне в этом отношении нравится. В других городах сложнее гораздо проповедовать. В этом центре планируется также обучение, образование духовным наукам, духовным ценностям, принципам. Обучение проповедников, которые могли бы дальше открывать центры. Как говорил Господь Читания, что в каждом городе, в каждой деревне люди будут воспевать Святое Имя. И будут такие храмы. Поэтому наша цель – распространяться, расширяться. Просто йогурт с фруктами, но очень вкусный. Просто вот по кругу так. Да, да. Это все делаем под киртом. А что вот обозначают вот эти движения руками? Ну, я думаю, это означает подношение к Богу. Mm-hmm. То есть, когда мы так делаем руками, мы как будто что-то отдаем Богу. Mm-hmm.